Внедорожник Volvo XC90, созданный на базе легкового автомобиля, представляет собой лидирующую модель шведского автопроизводителя. Volvo XC90 обладает ездовыми качествами легковой автомашины, а передовые технологии делают этот внедорожник безопасным, надежным и легко управляемым даже в суровых зимних условиях. Этой машине не страшны ни снег, ни лед на дорогах. Система полного привода на все колеса и антипробуксовочная система немедленно реагируют на любые изменения дорожной ситуации и обеспечивают согласованное поведение на дороге. Вот надо ж так умудриться, выпустить машину и сразу сделать ее бестселлером. Вообще для компании Volvo не свойственно было заниматься внедорожниками. Но вот решили, поднапряглись и знаете, получилось. Сейчас эта машина, Volvo XC90, является, ну, как бы так сказать, лидером продаж. И спрос на нее, мягко говоря, ажиотажный. Вторая награда вручена Volvo XC90 лучшему универсальному внедорожнику 2003 года. Несмотря на большое количество наград, присвоенных Volvo XC90 по всему миру, особенно ценно, что этот прекрасный автомобиль получил признание и в России, и Швеция, и Россия – страны с достаточно суровым климатическими условиями. И этот автомобиль прекрасно адаптирован для русских просторов, по определению. Что касается комфорта, это все-таки представительский автомобиль, но достаточно сильно приподнятый над дорогой, чтобы доставить вам комфорт на дорогах с любым покрытием, лишь бы это было хоть какое-то подобие дороги. Новый Volvo XC90 – это первый автомобиль класса SUV компании Volvo. Внедорожность Volvo XC90 комбинирует управляемый электроникой полный привод на все колеса и 22-мм клиренс. Это позволяет продолжать движение там, где оно затруднено дорожными условиями. В этой модели акцент также сделан и на новых элементах, обеспечивающих большую безопасность. В частности, защита при переворачивании автомобиля. На создание новой конструкции кузова было потрачено огромное количество времени и проведено множество испытаний на опрокидывание. Для уменьшения риска переворачивания Volvo использует систему стабилизации движения, известную миру как Roll Stability Control. Система использует гироскопический датчик наклона кузова по отношению к дороге. Сигнал с этого датчика используется системой для предотвращения раскачки и, как следствие, уменьшения риска опрокидывания. Для того, чтобы вы невзначай не смогли перевернуть такую замечательную автомобильку на дороге, здесь прошито в память компьютера критические углы наклона кузова. Электроника вам просто этого не позволит сделать. А в остальном, она же электроника, позаботится и о вас. Очень сложно перечислять все, что есть в этих традиционно очень надежных автомобилях. Как с активной, так и с пассивной точки зрения безопасности. Фронтальные подушки безопасности и боковые надувные занавески обеспечивают безопасность всех сидящих в XC90 пассажиров. Автомобиль получил максимальные 5 звезд по европейской классификации. И еще. Этот шикарный внедорожник от Volvo успешно конкурирует и с BMW X5, и с Mercedes ML-класса. Он имеет одно неоспоримое преимущество. Пожалуй, самое главное. Цена в любой конфигурации ниже, чем у вышеперечисленных Sport Utility Vehicles. Очень интересный шестицилиндровый двигатель. Опять же рядный. Он дает возможность вам ехать спокойно, размеренно или ехать быстро. Вот так, например. Главное в этом автомобиле – комфорт. Это все-таки представительский автомобиль. И по размерам, и по качеству отделки. И здесь есть все, что вам нужно. Бортовой компьютер. То есть все блага, которые предоставляет представительский автомобиль в современности. Машины Volvo нравились мне давно. Причем, как правило, это были не маленькие автомобили. И этот джип тоже не маленький. Прекрасная обзорность, ну и плюс хороший люк, дают максимально большое количество удовольствия. Этот уникальный внедорожник предоставила на тест-драйв фирма «Авторитет» совместно с компанией «Муса Моторс». И заметим, Volvo XC90 вы увидите в окружении городских пейзажей.